Last sentence here was, today's church has failed to distinguish divine truth from error. Современная церковь, она не может, не имеет способности отличить Божью истину от ошибки. And this is a very sad situation. И это очень грустная ситуация. Believers need to develop an opposing, not a relativistic mindset. Верующие должны развить сопротивляющееся мышление, а не меняющееся. People who study the Bible in depth. Люди, изучающие Писание в глубину Писания. Will develop the right kind of mindset. Будут развивать правильное мышление. You will begin to think in terms of contrasts or opposites. Вы будете размышлять в сфере контрастов или противопоставлений. From Genesis to Revelation. От Бытия до Откровения. God's thoughts and ways are set over against all others. Божьи мысли и пути всегда превыше всего остального. Scripture tells us that God himself says, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Мы знаем, что Писание говорит, мои пути не ваши пути, и мысли мои не ваши мысли. What we need to do is to get hold of God's thinking pattern. Нам нужно принять Божье мышление. And we need to get hold of the way that God works. И нам нужно вцепиться в то, как Бог действует. The things he does, то, что он делает, и то, чего он не делает. And they are completely opposite to what the world thinks. И это совершенно противоположно тому, что думает мир. As I've said before, I believe that the world has invaded the church, and the church has offered no resistance. Я считаю, что мир он ворвался в церковь, а церковь часто просто не противостоит этому. We should be the ones who are invading the world with the message that is the only message. Мы должны врываться в этот мир salvation, с посланием, которое несет спасение, freedom from sin, освобождение от греха, a peace that goes beyond your own understanding. И мир, который превыше всякого разума. Yeshua said, I have come that you would have peace. Yeshua говорит, что я пришел, чтобы вы имели мир. And that your joy чтобы радость ваша была совершенна. That joy is not always about laughing and having fun. И радость это не всегда связано со смехом или весельем. Это глубокая радость. That helps you in every difficult circumstance. Которая помогает во всяких обстоятельствах. Помогает нам быть стойкими и полагаться на Бога. Который является основанием if you have для a нас. Good foundation, если мы имеем хорошее основание, you will be able to stand. Мы сможем стоять. When we build a house in Finland, когда мы строим дом в Финляндии, we have to have a foundation that is at least 1.5 meters into the ground. У нас должен быть фундамент как минимум на 1.5 метра в глубину. I can tell you, I have built a house. Я вам могу сказать, потому что я построил. There goes an awful lot of stuff and money into the foundation, which you never see again. I don't get. There goes an awful lot of money and material into a foundation, and you never ever see it. Вот я строил дом, я знаю, что вкладываются огромные деньги в строительство фундамента, который вы It's все равно никогда не увидите, the ground. Который находится под землей. In the same way, we need a foundation which you do not see, but we know that is there. Таким же образом мы должны иметь основание, которое там, но которое мы не видим. If you do not, it goes, as I said, it goes over a meter and a half into the ground. Фундамент должен где-то на 1.5 метра вглубь уходить. Если не придерживаться этих правил в Финляндии. In the spring, до весной, your house will move. Дом уедет. Literally, it will move. Буквально.
переселится. Because the ground in Finland in the winter потому что почва в Финляндии зимой может замерзать up to 2 meters deep. На 2 метра в глубину промерзать. All our water pipes все наши трубы, водопровод весь are 2 meters deep in the ground. Находится на глубине 2 метра и глубже. With insulation. Со всей изоляцией. Otherwise they freeze. Иначе они замерзнут. How deep is your foundation? Как глубоко ваше основание? In God. В Боге. How deep have you dug into His Word? Насколько вы углубились в Его Слове? We need to develop an opposing, not a relativistic mindset. Вы нужно развивать сопротивляющееся, а не меняющееся мышление. Contrasts and opposites. Который учитывает все контрасты и противопоставления. Okay, have I already put up from Genesis to yeah. Revelation? Yeah, okay. The Bible does not teach that there are many ways to please God. Библия не учит о том, что есть does not teach. Does not. Библия не учит, что есть разные пути удовлетворения Бога. Does not teach that there are many ways to please God. It does not teach that one way is as good as the next. Библия не говорит, что один путь такой же хороший, как другой. Nor does it teach that various opinions are more or less God's ways. Также Библия не учит о том, что множество чужих мнений это также Божьи пути. What it teaches everywhere is that any thought or way. Библия учит о том, что любая мысль или путь. Is there anything up there? No, there's nothing. I'm sorry. Here it comes. Any thought or way that is not wholly God's is altogether wrong and must be rejected. Любая мысль или путь, которые не являются Божьими, неверны и должны быть отвергнуты. If you begin to say that to people, they think, wow, do если вы говорите I really такое want to become a believer? И то люди говорят, ого, неужели нужно, ну, мне нужно становиться верующим? Anyway, let me repeat it. Anyway, any thought любой путь, любая мысль, that is not holy God's, которая не исходит от святого Бога, is altogether wrong, все они являются неверными and must be rejected. И должны быть отвергнуты. That sounds very hard, doesn't it? Это звучит очень строго, правда? But it is true. Но это истина. If we begin to accept other ideas and other потому thoughts что если мы принимаем that другие мысли или идеи, agree with scripture, которые не согласуются с Писанием, then we will not be able to walk with тогда God мы не сможем ходить с in Богом the way that He wishes to так, walk with как us. Он хочет этого. Amos 3:3 says, "Can two walk together if they are not agreed?" Говорит, могут ли двое идти, не сговорившись? It's what we call a rhetorical question. Это риторический вопрос. There's only one answer. Есть ему только один ответ. And that answer is no. И этот ответ нет. They cannot. Не могут. You cannot walk with God. Невозможно ходить с Богом. If you are not in agreement with God. Если мы не согласны с ним. If you are arguing with God, you have a big problem. If you are arguing with God, you have a big problem. Если вы спорите с Богом или ссоритесь с Богом, у вас большие проблемы. That's why it is so important to know His Word, because in His Word you will find His ways. Поэтому очень важно знать Его Слово. You will find His thoughts. Его Слове есть Его пути. And then you will walk with Him. Тогда вы сможете ходить с Ним. If you're obedient. Если вы будете послушны. There is no way otherwise. Иного пути нет. There is only one God, and there is only one way of life. His. Есть только один Бог, есть только один путь жизни, Его путь. We need to learn to live
as God wants us to live. We need to learn to live according to His word. Мы должны научиться жить, как Он хочет. Мы должны научиться жить по Его слову. People today do not like to hear this message. Сегодня люди не любят слышать такое послание. Even people within the church. Даже люди в церкви. Why? Почему? Because they have a different mindset. Потому что у них другое мышление. Be transformed. Будь преобразуйтесь. By the renewing of your mind. Обновлением вашего ума. This is what Scripture says. Об этом говорит Писание. And it's an ongoing process. И это постоянный продолжающийся процесс. It's not a one-time thing. Это не единоразовое явление. It is keep on being transformed. Давайте будем преображаться. By allowing your mind to be continually renewed. Позволяя уму обновляться. With the things of God. Тем, что Господь дает. Many of them, many of the people, многие люди, have not known the Bible from childhood. Не знают Писание с самого детства. And they have never made an intensive study of it. И они не изучали его интенсивно. Therefore, their mindset is unbiblical. Следовательно, их мышление не библейское. How is your mindset? Каково ваше мышление? How is my mindset? Каково мое мышление? Is it according to Scripture? Согласуется ли оно с Писанием? Or is it according to some other philosophy or idea? Или оно соответствует какой-то философии или идеям? Even with pastors. Даже с пастырями. And people alike, growing up in an environment that stresses continuum thinking. Даже в случае пастырей и похожих лидеров, если постоянно находиться в среде, которая оказывает давление и влияет на разум, antithesis is dulled as more and more people attempt to integrate sociology, psychology, and business management principles with scripture. То происходит то, что многие люди начинают смешивать писание с принципы писания с психологией, социологией, менеджментом. All of these things are being brought into the church. Все это внедряется в церковь. Do we need them? Нуждаемся ли мы в этом? My answer would be no. Мой ответ нет. If we follow Scripture, если мы следуем we will find a way to deal with all illnesses and social and psychological problems. Мы сможем найти выход из любой болезни, социальной проблемы или психологической ситуации. Scripture is clear in many places. Писание четко во многих вещах. But the problem is, но проблема в том, we don't want to hear it, что мы не хотим слышать it is so black это, and white. Потому что там черное и белое. Because it makes so clear that there is one truth. Потому что там написано, что есть только одна истина. And the rest is false. А все остальное ложно. And yet we still try and conform ourselves in some way to the church. При этом мы все равно сообразуемся с этим миром в той или иной степени. We want the world to feel good about us. Мы хотим, чтобы мир хорошо отзывался от нас. We want the world to like us. Мы хотим, чтобы мир любил нас. But Yeshua said the world will hate you. Но Иешуа сказал, что мир будет ненавидеть вас, me, если будете следовать за мной. If you do it my way. Если будете так делать, как я это делаю. Then you cannot expect the world to like you. Мы не можем тогда ожидать, что мир будет любить нас. And you have to get used to that idea. И нужно привыкнуть к этой идее. We avoid confrontation. Мы избегаем конфронтации и конфликтов с миром. And we try in some way to bring it to them that maybe they would find it acceptable. Мы пытаемся как-то истолковать или обернуть так, чтобы это все приняли и хорошо к этому отнеслись к нашему посланию. But dear brothers and sisters. Но дорогие братья и сестры. It won't work. Это не будет работать. If you proclaim the truth, если вы будете провозглашать истину, the world will not like you.
мир не будет любить вас. And you need to be prepared for that. И вы должны быть готовыми к этому. That's why you need a good foundation. Поэтому вам нужно твердое основание. Because as the wolf said, I will huff and I will puff and I will blow your house down. Потому что если волк сказал, я подую и твой домик упадет. Instead of integrating worldly ideas with God's truth, the psalmist made a clear distinction between the two. Вместо того, чтобы внедрять мирские идеи в Божью истину, автор псалма делает четкие разделения между двумя понятиями. In Psalm 1, verses 1 to 2. Первый псалом. And sometimes we read things in Scripture and we don't allow it to sink in what it really means. Иногда мы читаем Писание и не позволяем этим вещам осесть в нашем мышлении. I read it in the translation which I find expresses it so clearly. Я прочитаю в переводе, который я считаю отображает смысл очень ясно. How blessed are those who reject the advice of the wicked, who do not stand on the way of sinners or sit where the scoffers sit. Their delight is in Adonai's Torah, and his Torah, and on his Torah they meditate day and night. Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в собрании легкомысленных не сидел, только к Торе Господней влечение его и Тору его изучает он днем и ночью. Are we willing? Мы готовы ли мы to spend day and night проводить день и ночь, studying the изучая word, Слово, asking the Holy Spirit to teach us, прося Духа Святого учить нас, to give us insight and wisdom, давать нам понимание и мудрость, that we may be able to walk, чтобы мы могли быть способными as ходить He wants us to walk, так, как Он хочет, чтобы мы ходили. In Titus 1, verse 9, Титу 1:9. It says that we are to refute doctrinal error by holding firmly to the trustworthy message that agrees with the doctrine, so that by his sound teaching we will be able to exhort and encourage, but also to refute those who speak against. Sorry, are you sure it's Titus 1:9? It should be Titus 1:9. Have I made a mistake? Have I missed it? I think maybe I have. I think so. Вряд ли Титу 1:9. Где это? That can happen sometimes. Ну вот. Нет, вот. In the business. Это или это Титу? It's difficult to find. У меня с переводом. Holding fast, yes. Yeah, I've taken the Stearns and it's another verse. I don't know why. Okay. It should be Titus 1:9. Yeah, okay. Он должен быть привержен истинной вести, согласной с нашим учением, и уметь одних поддержать здравым наставлением, а других тем, кто ему противится, обличить. So what will our study of Scripture bring us? Итак, к чему приведет наше изучение Писания? If we get to understand it in the right and correct way, если мы начинаем понимать его правильно, we will be able to teach in a correct way. Мы научимся учить правильно. We will be able to exhort and encourage. Мы сможем увещевать и ободрять. But it also says that we will be able to refute and reject those things which are wrong. Также написано, что мы сможем обличать и как бы противостоять лжеучениям. And as I said, our problem is that we are afraid to confront somebody when they are wrong. Проблема в том, что мы боимся обличать людей, когда они неправильно поступают. And we would rather let it go than confront.
мы, скорее всего, будем согласны, чтобы пропустить and это comes, мимо себя, чем обличить. And this comes from the fact that we want people to like us. И это исходит из нашего желания, чтобы людям нравились мы. When I say sometimes these things, then people look at me and I think if they had daggers in their hands, I might not be alive anymore. If they had daggers in their hands, daggers, knives. Okay. И когда я обличаю людей, я иногда думаю, что смотря на их выражение лица, я думаю, что если бы у них был нож в руках, я бы уже умер. But we need to do this. People, if we don't do this, you know, the God said to the prophet, he says, if you do not warn the people, и мы должны уметь это делать, потому что в Писании говорится, Бог сказал пророку, если ты не будешь увещевать, I will require their blood of you. Я, то кровь будет на тебе. Their blood will be on your head. На твоей голове. You will be responsible. Ты будешь ответственен. But if you warn them and they do not listen, но если ты будешь их увещевать, они не послушаются, then they bear their own sin. То их ответственность. We need to remember that. Мы должны помнить это. The next thing we have is worldly methodology. Следующий подпункт — это мирская методология. Another reason for the lack of spiritual discernment. Еще одна причина недостатка духовного развлечения. Is the church's preoccupation with image and influence. Церковь стала заниматься своим имиджем и своим внешним видом влиянием. They think that this is the key to evangelization. Современная церковь считает, что это ключ к евангелизации. Today's church believes that it must win the lost to Messiah by winning their favor. Сегодня церковь верит, что спасение потерянных получается путем завоевания их расположения. In many cases it's just become about image. How does the world see us? И смысл становится лишь в имидже. Заключается лишь в имидже, что в вопросе, как мир смотрит на нас, как он видит нас. And they do everything to make it look as much like the world as possible. Поэтому церковь пытается выглядеть как можно приближеннее к миру. Now I don't want to be too critical here. Не хочу быть слишком критичным здесь. But sometimes when I go to a worship service, но иногда, когда я прихожу на служение поклонения или прославление. I have a feeling I'm in a theater, not a meeting dedicated to God. У меня складывается ощущение, что я в театре, а не на служении. It's all about the performance. И весь смысл лишь в том, как все выглядит. Okay, that's not always the case. Но не всегда в этом. Sometimes you go into a meeting and there's a beautiful worship service. There are dancers. Иногда приходишь на служение и прекрасная атмосфера. But you feel the presence of God. Танцоры и идет прославление и чувствуешь присутствие Божье. But sometimes you're sort of sitting there and you think. Но иногда приходишь и думаешь. Where is God's Spirit? Где Божий Дух? It's all about the performance. It's all about being seen. Все направлено на внешний вид, на представление. Do we win the lost by winning their favor? Действительно, завоевываем ли мы потерянных, когда мы обретаем их расположение? I don't think so. Не думаю. This kind of way no longer teaches the biblical doctrines of sin, hell, repentance, or the cross. Такой стиль, он больше не учит много о кресте, об аде, о достижении потерянных. Because that would offend the lost or make them feel uncomfortable. О грехе, потому что это заставляет
людей чувствовать некомфортно. What was the reaction of the listeners when Peter gave his message at Pentecost? Какова была реакция людей, когда Петр говорил на Пятидесятницу? It says they were pricked in their heart. Написано, что они были обличаемы в сердце. It hurt. Это приносило им боль. Peter was speaking the truth. Потому что Петр говорил истину. He was telling them what they had done wrong. Он говорил, что они сделали не так, что они сделали неправильно. And they were convicted about their sin. Они были обличены в своем грехе. И они покаялись. And they became members. И стали of the church. Членами общины. How often does that happen today? Как часто это происходит сегодня? So often it's presented as something very easy and simple. Часто. Oh, just come forward. We'll pray for you, and it's fine. Часто это преподносится как нечто легкое. Выйди вперед, мы за тебя помолимся, и все будет хорошо у тебя. Okay, I say it again. I don't want to be critical. Я еще раз говорю, я не хочу критиковать. But I think we need to wake up. Но мне кажется, нам нужно пробудиться. And tell people the truth. И сказать людям истину. It isn't always going to be easy. Не всегда будет легко. There are going to be times when you will be tried. Будут времена испытаний. And you will need perseverance. И вам нужно будет стойкость. But if your faith is solid on a solid foundation. Но если ваша вера тверда, она зиждется на твердом основании. Stand. Тогда вы сможете устоять. Instead, the church today often markets itself as a benevolent, non-threatening agency whose primary goal is to achieve prestige, popularity, and intellectual acceptance. Сегодня церковь она озадачена своей презентабельностью и своей подачей, преподнося себя как церковь, как место или служение, которое занимается процветанием, прекрасным внешним видом и достижением целей. Its premise is, if they like us, they'll like our Jesus. И как бы лозунг такой, что если им нравимся мы, значит им будет нравиться наш Иисус. In some context that may be true. В каком-то контексте это может быть правдой. But the problem is, проблема лишь в том, that once they become believers, что когда человек становится верующим, everything has to be very easy. Все, кажется, что все будет легко. They are not prepared to go to war. Люди не готовы идти на войну. To war with themselves, to war with sin. Воевать с собой, с грехом. They want to be on a cruise ship, not a battleship. I was waiting for that saying. Люди готовы быть на круизном лайнере, но не на военном корабле. Yeah, Kirill knows this one. It's one of my favorite pictures that I like to draw. Любимая картина Роджера. But it does give a picture. Но do you want to be on a cruise ship or do you want to be on a battleship? Вы хотите быть на круизном корабле и просто лежать на шезлонге? Под солнышком. Or are you ready или вы готовы к битве за Господа? While the true church is to be loving and gracious in its evangelizing. Конечно, церковь, настоящая истинная церковь, она должна любить, быть милостивой в процессе достижения донесения Евангелия. Never lessen the teaching of God's word. Но при этом она никогда не должна ослаблять учение Божьего слова. Martin Lloyd-Jones was a very famous preacher in England. Ллойд Джонс был известным проповедником в Англии. And he said this. И вот что он сказал. Elements of warning and of opposition to error are essential parts of any true commitment to the Bible. Элементы предостережения и оппозиции в отношении ошибки являются важными частями истинного посвящения Библии. Opposition is inevitable. Противостояние неверным вещам, оно жизненно важно.
As we present the true gospel. Когда мы несем истинное Евангелие. Accordingly, we should not expect any approval from those who are not willing to accept the true message. Также мы не должны ожидать подтверждения со стороны тех людей, которые не готовы принять истинное послание. Those who put love above anything else. Те, кто ставит любовь превыше всего, are presenting a wrong message. Несут неверное послание. Yes, we need to love. Да, мы должны любить. Scripture says love covers a multitude of sins. Писание говорит, что любовь покрывает множество грехов. But it also says that those sins need to be repented of. Но также Писание говорит, что в грехе нужно каяться. Love isn't enough. Любви недостаточно. Okay, there needs to be repentance. Нужно покаяние также. And that's what we need to see. Вот что мы должны увидеть. If we have this attitude, если у нас будет такое отношение, that, yeah, sometimes I've been accused of that, and others have been accused of it as well. When you tell people the truth. И я ощущал такое обвинение, что когда говоришь людям истину, they say you don't love me. Они говорят, ты не любишь меня. I say, I do love you. Я говорил, я люблю I love тебя. You enough to tell you the truth. Я люблю тебя настолько, что готов сказать тебе истину. And I tell you the truth in love. И я говорю тебе истину в любви. And this has to be the case. И это должно быть смыслом. People don't like to be corrected. Людям не нравится, когда их исправляют. But scripture is clear that that is also part of what we need to do. Но Писание четко говорит о том, что это часть нашей жизни. Note the example of the apostle Paul. Обратите внимание на пример апостола Павла. He gave a strong rebuke to the church of Corinth for its preoccupation with image. Но он очень сурово обличил грех церкви в Коринфе из-за того, что эта церковь занималась своим имиджем. 1 Коринфянам 4, 7-13. I'm just going to let Kirill read that because it's a long passage. Прочитаем сразу. Okay, 1 Corinthians 4, 7-13. В конце концов, что в вас особенного? Что у вас есть помимо того, что вы получили в качестве дара? А если это в самом деле дар, почему вы хвалитесь, как будто это не так? Вы уже присытились, вы уже богаты, вы стали царями, а мы нет? Что ж, я хотел бы, чтобы вы на самом деле были царями, а мы могли разделить с вами царствование. Так как я полагаю, что Бог на этом параде поместил нас, посланников, в хвосте шествия, подобно людям, приговоренным к смерти на арене. Мы стали зрелищем для всей вселенной, как для ангелов, так и для людей. Ибо ради Мессии мы глупцы, но будучи едины с Мессией, вы мудры. Мы слабы, но вы сильны. Вы в чести, а мы в бесчестии. До сих пор мы испытываем голод и жажду, одеваемся в тряпье, и с нами дурно обходятся, мы скитаемся. Тяжелым трудом зарабатываем себе на существование. Когда нас проклинают, мы благословляем. Когда нас преследуют, мы миримся с этим. Когда на нас клевещут, мы продолжаем взывать. Мы словно сор этого мира, отбросы земли. Да, до сих пор это так. From verses 10 to 13. С 10 по 13. Paul describes the kind of life that he lives. Павел описывает ту жизнь, которую он живет. One of rejection. Он описывает отвержение. People treated him roughly. He has to go hungry and thirsty. Люди отвергали его, ему приходилось голодать. He has to work for his own living. Он должен был зарабатывать себе на жизнь. When he is persecuted, he blesses. Но когда он был гоним, он благословлял. Are we prepared to live the same sort of life? Готовы ли мы жить такой же жизнью? Paul preached a very clear message. Павел проповедовал очень четкое послание. And he calls the church in Corinthians
И он призывал церковь в Коринфе. And says, who are you? What makes you so special? В 7 стихе он говорит: кто вы? Что у вас такого особенного? You received everything as a gift. Вы все приняли в качестве дара. And you can therefore no longer boast. Поэтому вы не можете хвалиться. But we see that today. We see it in many places. Но мы видим это во многих местах. A believer and я верующий, да я вот такой вот. True believers are an offense to those who reject the truth. Истинные верующие являются обидой для тех, кто противостоит истине. We come to that text I quoted a little bit earlier. Мы уже говорили немного об этом тексте. Иоанна 15 глава. If the world hates you, understand that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, on the contrary, I picked you out of the world. Therefore, the world hates you. Remember what I told you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you too. If they kept my word, they will keep yours too. Если мир будет ненавидеть вас, вспомните, что сначала он возненавидел меня. Если бы вы принадлежали миру, мир любил бы то, что принадлежит ему. Но так как вы не принадлежите миру, ведь я отобрал вас у мира, мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не больше своего господина. Если преследовали меня, то будут преследовать и вас. Если они соблюдали мое слово, то будут соблюдать и ваше. Sometimes we may need to ask ourselves the question: if the world loves us, are we preaching the right message? Иногда стоит задаваться вопросом: если мир любит нас, проповедуем ли мы правильное послание? Now I've forgotten his name. John Wesley was a repentance preacher in England in the 1700s-1800s. Джон Уэсли, он был проповедником пробуждения в Англии в 17-18 веке, и он путешествовал на лошади. And he would go into a village or a city, и когда он прибывал в город или деревню, and he would preach the gospel, он проповедовал Евангелие. Of repentance, Евангелие покаяния, heaven and hell. О покаянии, об аде. And people would throw things at him. И люди бросали в него разные вещи, что было по-другому. They would throw rotten tomatoes, vegetables and bricks. Бросали в него гнилые помидоры и другие овощи. One day, he was riding through the countryside. Он ехал через сельскую местность. And he got off his horse. И сошел с лошади. And he got down on his knees. Встал на колени. And he said, God, и сказал, Боже, what have I done wrong? Что я сделал не так? Nobody has thrown anything at me for at least 3 days. Меня никто ничего не кидал уже 3 дня. Suddenly, he was hit by a stone. Внезапно у него полетел камень. And he looked around. Он посмотрел вокруг. And there was a farmer in a field. И там стоял фермер. And when he heard John Wesley praying, he threw a stone at him. И когда он услышал, как Джон Уэсли молится, он бросил на него камень. Do we understand that? Понимаете? When was the last time somebody threw something at you? Когда последний раз вас кто-то что-то кидал после того, как вы проповедовали или во время? Плевали? They were spitting. Uh-huh. That's good too. Тут тоже подойдет. Молодец. I remember once being in Italy. Однажды в Италии, я помню. Some time ago. Определенное время назад. We were going from village to village preaching the gospel. Мы шли из деревни в деревню, проповедуя Евангелие. And I went into one village, small village in the mountains. И пришли в одну деревню в горах, маленькую деревню в горах. And I started to talk with people about the gospel. Я стал общаться с людьми о Евангелии. And suddenly some of these old Italian ladies. И внезапно одна итальянская женщина, пожилая уже. Dressed in black. Одетая вся в черном. They were probably widows. Наверное, это вдовы были. They picked up some sticks and they started throwing at me. Они взяли палки и начали в нас бросать. And get out of our village. We don't want this. И сказали, уходите из нашей деревни, мы не хотим это слушать. The priest doesn't approve.
это, священника не утвердили. That was one of the few times people have thrown stuff at me. They've done other stuff, but. Это один из случаев, когда нескольких случаев, когда меня кидали, потому что делали и другие вещи. But maybe we sometimes need to ask what kind of message. Am I preaching? Но я думаю, что нам стоит иногда задаваться вопросом, какое послание мы несем. In Hebrews 10:33. Евреям 10:33. This is the last one, and then we'll go to questions. Последний пункт, а потом к вопросам перейдем. It talks about believers. Речь о верующих людях. Sometimes you were publicly disgraced and persecuted, while at other times you stood loyally by those who were treated in this way. Подвергаясь публичному унижению и гонениям, или же преданно становясь на сторону тех, кто испытывал подобное отношение. How often does this happen today? Как часто это происходит с нами? I don't think very often. Не думаю, что часто. Then maybe we need to ask ourselves, what's the message? Возможно, стоит задаться вопросом, какое послание мы несем. Are we preaching one of all acceptance? Are we preaching a message of all acceptance? Everybody is welcome. Okay. Или мы несем послание, которое принимают все, или you don't have to change. Или которое мы хотим, чтобы принимали все, чтобы никто не менялся, чтобы все просто сидели в церкви. И если вы будете долго сидеть до готовности, пока не станете верующим. It's like going into a garage. And thinking, if you sit there long enough, you'll become a car. Это как если человек ходит в гараж и сидит там и думает, что он превратится в машину.